Руслан Амирханян, игрок команды Академия Сочи 2007 после победного матча в Астрахани. Руслан, с победой поделись кратким комментарием по этому матчу. Спасибо. Ну, в общем, игра выдалась очень тяжелой. Во-первых, жара, да, ну, хотя бы играем под вечер, плюс здесь мошкара. Также после очень долгой и тяжелой дороги игра выдалась очень тяжелой. Хотим сказать отдельное спасибо сопернику за такое сопротивление. Видно то, что парни прибавляют с каждой игрой и ну, заставили нас понервничать сегодня. Как проходила подготовка к этому матчу после вашей крупной победы над махачкалинским «Динамо» со счетом 6-0? Готовы ли были к «Волгарю», который на две ступени был от вас ниже в турнирной таблице? Конечно, были готовы, подготавливались, ну, как и обычно, к всем соперникам, да, не было никакой там индивидуальной игры против них. Ну, в общем, сам недельный цикл выдался такой очень тяжелый, не смогли полностью провести, плюс, ну, также из-за дороги весь тренировочный цикл, да, в четверг выехали, в понедельник также у нас был выходной, и, то есть, три тренировки было, я думаю, из-за этого сегодня было труднее намного. Руслан, ну, Комары Кусе, думаю, тебя отпускаю с победой. Спасибо. Удачи в дальнейших матчах. Сандро Свейба, главный тренер команды Академии Сочи 2007 после победного матча с «Волгарем». Сандро Ахрикович, поделитесь комментарием по этой игре. Ну, очень интересная игра, конечно. Вот, наверное, по накалу страстей, да, первая такая в этом сезоне, за что хочу поблагодарить соперника, потому что и очень агрессивно играют, особенно дома очень агрессивно играют. То есть усложнили нам жизнь 100%. Поэтому хорошая игра и для болельщиков, и для зрителей, которые смотрят наши матчи, хорошая игра. Что, как оценить «Волгарь», в принципе, как соперника? Готовы ли были вы к нему, учитывая, что он был на две ступени ниже от вас перед матчем? Я хочу сказать, что я думаю, что в этом сезоне «Волгарь» прибавил. Вот. Смотрится очень организованно, повторюсь, опять же, очень агрессивно. Вот. Ну, готовы, конечно, были. Готовы, как и обычно, к любому сопернику. Вот видите, что творится, да, мошкара. Погодные условия вас сегодня не сбили с мысли к этому матчу? Мошкара, жара, плюс комары сейчас нас атаковали. Нет, ну а что делать, да, какие условия, какие есть, в таких играем, да, плюс поле, я вижу, перестелили хорошее. Ну, мошкара, да, есть, но в таких матчах и в таких условиях закаляется сталь, как говорится. Борис Жива, главный тренер команды «Волгарь» 2007 после матча с Академией Сочи. Борис Сергеевич, краткий комментарий по игре. Ну, чтобы выиграть, надо забивать голы. Вот и весь комментарий. Мы не забили свои моменты, которые голевые моменты создали. Отсюда и результат такой. Как готовились к матчу с сочинцами, учитывая, что они в прошлом туре выиграли крупно махачкалинское «Динамо» и занимали второе место, были в лидерах турнирной таблицы? Они остались в лидерах. Да никак не готовились так же. Недельный цикл был такой же, как и обычно, как к обычной игре готовились. Все по плану было. Несмотря на дисквалификацию Везерникова и Заярного, сегодня было присутствие Просоченко и других футболистов. Ротация была, скажите, какая была установка на эту игру? Я могу сказать то, что надо в следующий раз думать головой при таких ситуациях, да, чтобы не терять капитана команды и основного игрока Заярного. Арслан Саитиев, игрок астраханского «Волгаря» после матча с Сочи. Арслан, ну, во-первых, поздравляем тебя с суперкрутым забитым сухим листом в этой игре. Подскажи комментарий по этому матчу, как так получилось вообще? Мы хорошо настроились к этой игре. Я считаю, что мы не забили свои моменты. Мы просто проиграли игру, которую мы должны были выигрывать. И я считаю, что так нельзя играть в обороне. Но будем работать. После обидного поражения, точнее, после тяжелой ничьи в Грозном, как подходила подготовка к сегодняшнему матчу? Ну, я думаю, у каждой команды после неудачной игры хочется всегда больше, 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 лучше. Поэтому мы усердно работали, разбирали, настраивались и, к сожалению, не забили моменты. Я, насколько мы знаем, ты еще игрок молодежной команды Академии «Волгарь», и сегодня они проводили матч в Элисе с местным «Ураланом». Скажи, как тебя ротируют тренеры из одной команды в другую? Ну, честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Ну и ладно, хорошо, Арслан, спасибо, мы тебя отпускаем. Большое тебе удачи.